Всем привет, с вами Информ-ТВ. В ночь на 20 марта в селе под Ярославлем произошла трагедия. Основатель группы «Крем-сода» Дмитрий Свергунов, его возлюбленная, в итоге выжившая, музыкант Аристарх Ухтомский и актер Георгий Киселев оказались подо льдом Волги. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что Киселев изначально стоял на крепком льду, просто бросился на помощь тонувшим друзьям. К сожалению, спасти их не удалось, и Гоша тоже попытался выбраться, зацепившись за кромку льда, но сил вылезти на поверхность у него уже не было. Парень снимался в кино и служил в театре. До приезда спасателей он пробыл в ледяной воде полчаса, он умер в карете скорой помощи, и врачи дважды пытались завести его сердце. Прощание с артистом состоялось сегодня. Люди, которые пришли на похороны с молодым парнем, не выдерживали. Были слышны рыдания, а в середине траурной церемонии мать Георгия потеряла сознание от горя. И помогли близкие люди. В итоге женщину госпитализировали, и пока что о ее состоянии не сообщается. Тело актера уже кремировали и похоронили в Санкт-Петербурге. Напомним, Киселев стал известен после участия в картине «Сестра печали», а также после сказки «Василиса и королева лайков» Павла Лунгина. У парня были огромные планы на будущее. К сожалению, судьба оказалась жестока к нему.